Всем привет, вас здесь игровой канал Сэнд Геймерс, меня зовут Павел. Смотрите, обзор мода для GTA Sunrise, ну что ж, 233 выпуск, в этом я взял мод, который называется «Лечь спать», и который нам позволяет ложиться в спать на кроватях, диванах, в принципе, в наших домах. Ну что ж, вот я нахожусь в самом, ну, в доме Джонсона, одном из первых домов CJ. Ну и что ж, когда мы подходим к кровати, у нас вылезает вот, ну что-то типа таблички, нажмите «Tab», чтобы лечь спать, нажимаем «Tab». И вот так вот у нас CJ ложится, правда, немножко косо. И вот время сна. Почему-то у меня отображает только 30 минут, хотя тут есть вот 30 минут, потом, по-моему, час, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Но у меня почему-то отображается только одно 30 минут. Хотя я все правильно установил. Ну давайте, вот сейчас у нас 12.14, даже 12.15. Давайте посмотрим, сколько сейчас будет. Правда ли это? Было 12, там, 15.14. Сейчас 12.45, да, 12.15 и 12.45, все ровно. Давайте еще раз нажмем Tab. Так, Tab, ложись, CJ. Так, и давайте самое последнее, сейчас у нас 13 часов. Нажимаем пробел, и сколько у нас? Да, все правильно, у нас час, мы проспали ровно 12 часов. Ну что ж, вот такой вот довольно-таки простой мод, который позволяет нам просто лечь спать. Жиза, в принципе, это такой жизненный мод. Ночью вот как раз приезжаем и спим. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.